Всем привет, Пол Эйкерс. Я знаю, что многие из вас собираются приехать в Японию, или, по крайней мере, думают приехать в Японию. Сейчас в Нагое 7 утра, мы готовимся к конференции. Обычно мы начинаем даже в 6 утра и заканчиваем в 9 вечера. Зачем я вам это говорю? Потому что я хочу быть очень избирательным по поводу того, кто приезжает в Японию. Потому что Япония, она не для всех. И она точно не для любопытных. Япония для людей, которые хотят полностью трансформироваться. Это не какой-то отпуск. Я буду так сильно на вас давить, что вы будете говорить, это просто нереально. Если вы едете сюда с мыслями о том, что это будет какая-то экскурсия по Японии, вы ошибаетесь. Здесь будет происходить серьезное обучение. Обучение философии японцев и что делает Японию такой успешной. Часто люди приезжают и говорят, о, я хочу увидеть вот это, я хочу увидеть вон то, я хочу увидеть строительство, я хочу увидеть вот этот вид производства. Даже не думайте таким образом. Я плотник, я приезжал сюда 17 лет. Я ни разу не посещал цех древообработки. Дело не в том, какая у вас специальность, и не в том, какие технические решения вы здесь увидите. Дело в философии, в понимании, как думают японцы. Вот зачем вы сюда приезжаете. За один день здесь вы получите больше, чем за 3 дня в любом другом туре. Потому что я буду давить на вас до предела. Вы увидите больше, вы услышите больше, вы будете больше взаимодействовать с мастерами Lean и производственной системы Toyota. Итак, я приглашаю вас всех в Японию, но я также хочу удостовериться, что правильные люди приедут. Вы должны морально быть подготовлены, что вам надерут зад. Если вы к этому готовы, я хочу, чтобы вы приехали. Если нет, не приезжайте. Вы будете разочарованы, а я буду самым ужасным для вас человеком. Большое спасибо.